Да, мы не можем больше скрывать, мы в США. Сейчас мы в каких-то горах Денвера, здесь очень красиво. И это значит, что сезон, второй сезон нашего сериала мы заканчиваем. Это точно последняя серия. Больше серий второго сезона выходить не будут. Но мы будем выпускать серии из США, потому что мы посещаем такие места, парки, и смотрим, как люди здесь служат Богу. И иной раз они делают это лучше, чем мы. Вот, и мы хотим так же. А мы хотим еще лучше, мы хотим улучшать свое служение, поэтому мы смотрим, учимся, и вам будем об этом рассказывать. Поэтому серия США будет выходить отдельным плейлистом. Это Red Rocks Mountain. Это место известно еще тем, что здесь находится амфитеатр. Он сделан, ну, как бы такой в естественной среде. Очень эпично выглядит. Там вот такие эпичные концерты проходят. Но мы на него не попали. Но у нас есть Андрон Кончаловский, который все подглядел, посмотрел, как это выглядит. Вообще здесь полетали немножко. Вот. Ну, а выглядит все здесь очень круто. Просто красота. Просто красота. Глазам очень вкусно. Они просто сейчас все это облизывают. И наслаждаются. Очень красиво. И растут какие-то плоды. Очень вкусные. Надеюсь, после них не будет поноса. Так, а мы теперь пришли в армию спасения. Потому что мы гостим у офицеров армии спасения в Лексингтоне. И они нас пригласили на богослужение. На лютеранском мы уже побывали. Заехали к православным. Там... кадят кадилом, а здесь на входе написано «No smoking area». Здесь, наверное, кадила не будет. Но говорят, что здесь духовой оркестр, потому что правильная армия спасения – это армия спасения с духовым оркестром. Здесь есть кто-нибудь? Это Сан-Франциско, тысячи огней. Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, тысячи огней. Это Сан-Франциско, город полный риска. Это Сан-Франциско, made in USA. Наверное, только в Сан-Франциско можно было бы найти такую церковь. Называется она Her Church. Ну, Her – это как бы ее церковь. Здесь игра местоимений, потому что мы к Богу обращаемся. Он, его, всегда это ставим с большой буквы. А у них Her Church с маленькой буквы и как бы ее церковь. И вообще они Бога называют Goddess, то есть богиня. И видите, там написано Celebrate the Goddess. Прославим богиню. Это лютеранская церковь, при том. И там служат несколько пасторес. Женщин-пастор, они называют себя priestess, то есть это можно перевести как священница, но чаще всего это слово priestess переводится как жрица. Вот. Но кроме жриц, там есть даже еще church witch, то есть церковная ведьма. Мне очень интересно, вот, ну, в какой форме там осталось вообще библейское учение, там Христос, как он там присутствует или не присутствует. Судя по сайту, по-моему, вообще не присутствует. Но нам, к сожалению, не удалось с ними договориться об интервью. Они нас пригласили только на богослужение. Вот. Но богослужение у нас не получается прийти. Вот. А интервью мы не записать не получилось. Ну, вот такая церковь.
Хе-чоч. Vaccination required, необходима вакцинация. Это тоже очень интересно, что в либеральных церквях почему-то необходима вакцинация, и люди носят маски. Это одна из отличительных черт. То есть носят маски вот здесь, в Сан-Франциско, в Калифорнии, носили маски в Нью-Йорке активно. В Центральной Америке, там Кентукки, Огайо, там все про маски вообще забыли моментально. И то же самое в церкви. В либеральных церквях носят маски и требуется вакцина, а в консервативных ничего такого не требуется. В Нью-Йорке мы даже наблюдали, как люди стоят с плакатами на улице и говорят о сегрегации, что не ходите в эту церковь, там происходит сегрегация. И это, конечно, либеральная церковь. Ну, очевидно, вот икона богини, которой они поклоняются здесь, и вон еще. Что происходит, вообще непонятно. Музей Эксплораториум. Это вот пример музея, где все можно трогать, лапать и исследовать. Называется музей исследоваторий. Вот так вот. Очень круто. Чувствуешь себя ребенком. А наш Фаиб бы здесь точно неделю прожил бы с удовольствием. Вот чувакам там клево. Они думают, блин, у нас самая лучшая работа на свете. Вот уверен, они так думают. Физика, никакой магии. Здесь есть палитра красный, зеленый, синий, RGB. А если ее все выбросить, получается белый цвет. Это мы все мы знаем, да? Но на самом деле можно, конечно, любой палитры добиться. Смотрите, например, так. Красный, каждый. Охотник, оранжевый, желает знать, где голубой сидит фазан. Мы сейчас в желтом освещении, и кажется, что все на самом деле черно-белое, а все цветное. Смотрите, видите, я цветной, карандаши цветные, бумажки цветные, фрукты цветные, город цветной. Хотя кажется, картинка черно-белая. А? Блин, чудеса. Вот я черно-белый, а вот я цветной. Черно-белый. Цветной. Хорошая иллюстрация веры – это когда тебя убеждают, что на самом деле Бога нету, за вот этим всем, что мы наблюдаем, ничего нету, но ты тоже разглядел цвета, ты говоришь, чуваки, смотрите, вы что, вообще что ли? Они говорят, нет, это все оттенки. А ты говоришь, нет, смотрите, я разглядел, дом синий. Они говорят, нет, не синий, он такой же дом, как этот, а этот красный, а этот синий. Реально так про веру есть. Вера – это способность различать цвета. Верующий, неверующий – это диалог дальтоника с человеком, который различает цвета. Красивого золотого цвета. О! Вау! Как-то мы были в Риме, в Пантеоне. Здание, которое строилось как Пантеон всех богов. Впоследствии стало католической церковью. А вот здесь церковь, которая постепенно превращается в пантеон всех богов, смотрите. Это готический собор, но в нем есть часовня всех религий. Такая штука использовалась, когда у людей не было микрофонов. Я не знаю, как меня слышно, я себя слышу обычно. Ну, наверное, вы меня слышите громче, да? Привет, Сан-Франциско! Это Сан-Франциско, тысячи огней. Это Сан-Франциско, город полный риска. Это Сан-Франциско, made in USA. Чао-чао, арриведерчи. Нет, здесь не... Бай-бай, вот так здесь говорят. What's up?